Здравствуйте, меня зовут Алена Терещенко. Я официальный визажист компании Oriflame. И сегодня я покажу вам, как сделать макияж в стиле голливудской дивы Меган Фокс. Первый шаг. Кистью наносим базу под макияж. Таким образом он будет держаться дольше. Далее при помощи кисти распределяем тональную основу по всему лицу. В макияже Меган Фокс всегда присутствует естественное сияние кожи, поэтому нужно выбирать тон со светоотражающими частицами. Точечным движением наносим консилер под глаза, на лоб, на спинку носа, на подбородок, на галочку над верхней губой и область вокруг носа. После этого распределяем средства при помощи кисти. Нам необходимо максимально высветлить середину лица, начиная от лба и до подбородка. В этом макияже акцентом является ровный сияющий тон и большие губы естественного оттенка. При помощи кисти с плотным ворсом наносим бронзатор на боковые части носа. Также выделяем скулы, выводим цвет к виску и переходим на боковые части лба. Не забывайте затемнить линию роста волос. На самом деле контурирование лица не так сложно, как кажется. В домашних условиях достаточно иметь корректор и бронзатор. Хайлайтер в оттенке шампанского наносим на выступающие части скулы, на спинку носа, на центр лба, подбородок и при помощи пальца на галочку над верхней губой. Брови укладываем цветным гелем, в нашем случае темно-коричневым. Далее светло-бежевые шиммерные тени наносим на все верхнее веко. Большая часть теней должна лежать под бровью, на внутреннем уголке глаза и в центре подвижного века. После этого серые кремовые тени наносим по линии роста ресниц на внешний уголок глаза, слегка оттягиваем цвет на подвижное веко. Также выделяем внешний уголок нижнего века. Далее тщательно прокрашиваем межресничное пространство черным карандашом. Это позволит визуально сделать ресницы гуще. Завершающим этапом макияжа глаз станет нанесение туши. Я крашу ресницы при закрытом глазе, постоянно проворачивая щеточку. Это позволяет прокрасить одновременно как верхние, так и нижние ресницы и сделать их еще более объемными. Для макияжа губ нам понадобится три оттенка карандаша – бежевый, коричневый и розовый. Коричневым карандашом задаем форму, обводим губы чуть выше естественного контура. Это визуально увеличит их. Этим же оттенком заполняем уголки губ. Светло-бежевый оттенок карандаша наносим на центр губ. Розовый карандаш послужит переходным цветом между двумя другими. После этого при помощи кисти наносим бежевый оттенок помады, растушевывая границы карандаша. Наносить стоит от середины. Для
того, чтобы повторить макияж звезды, не обязательно быть на нее похожей. Экспериментируйте, и у вас все получится. С вами была Алена Терещенко. Всем пока!